Сегодня позанимаемся одной из самых критических зон у женщин – животом. Молодым, еще не рожавшим женщинам рекомендуется уделить особое внимание формированию мышц брюшного пресса. Тогда у них есть реальный шанс, что их живот не обвиснет и на нем не появятся растяжки. Начнем с дыхания. Примите удобное положение, сядьте. И дышать мы будем необычно, будем дышать животом. Это хорошо знакомо тем, кто занимался йогой. Мы делаем глубокий вдох, живот, потом грудь, потом ключица. И также выдох. Сначала живот, потом грудь, потом ключица. Итак, поехали. Вдох. И выдох. И еще раз вдох. И выдох. И теперь будем дышать только животом. На выдохе. Вы выталкиваете свой живот вперед. Сделайте 30 повторений. И наше первое упражнение – это была подготовка нашего брюшного пресса. А наше первое упражнение – займите такое положение, сядьте на ягодицы, руками упритесь в пол, спина круглая. И теперь мы будем отталкивать свои ноги. Отталкиваемся ногами. Сделайте 15 повторений. Наше второе упражнение – велосипед. Ноги в таком же положении, и мы теперь начинаем крутить ими, как будто бы мы едем на велосипеде. От себя 15 раз. Напрягайте мышцы живота. Смотрите вперед. И иногда поглядывайте на меня. Остановились, и теперь прокручиваем ножки в обратную сторону. Также 15 раз. Видите, это совсем не сложно. Для следующего упражнения выпрямите свои ноги. Круглой спиной аккуратно опуститесь вниз. Вытяните правую руку. Поднимаемся вперед и тянемся к левой ноге. Раз. Левая рука к правой ноге. Два. Сделайте 15 повторений. И последнее. Молодцы, закончили. В следующем упражнении вам нужно спинкой лежать на полу, ножки соедините вместе, опустите их вниз, и теперь мы будем отрываться ягодицами от пола вертикально вверх. Раз, два, три, 4, сделайте 15 раз. Одиннадцать, 12, 13, 14 и 15. Отлично. И в заключение сделаем одно очень хорошее упражнение. Для этого я повернусь к вам, чтобы вы меня хорошо видели. Сложите ручки вместе в замочек. Крепко их соедините. Поднимите ножки вертикально вверх, и мы начинаем наклоняться то в левую, то в правую сторону. Раз, два,
и очень динамично проделываем это упражнение. И делаем его 40 раз. И закончили. Молодцы! Уделите особенное внимание своему питанию, чтобы наши тренировки принесли вам реальный результат. Будьте здоровы!